Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Сіданом. Романа Григоровича, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я! На календарі у нас 26 вересня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Давайте розпочнемо із новини про те, що Служба безпеки України навела хаймарси на щоденну нараду у штабі росіян під Херсоном. Є інформація про те, що 8 офіцерів ліквідовано. Вчора так само були знищені офіцери авіаполку і офіцери ФСБ на аеродромі Халіна. До цього був штаб Чорноморського флоту. Сьогодні Херсон. Ми бачимо багато вдалих ударів. Скажіть, будь ласка, кому далі приготуватися? Ну, в последнее время активизированы удары именно по руководству российской армии. Скорее всего, дальше они будут продолжаться. Причем видно, это активизация по передаче данных. Доразведка, разведка, корректировка идет в онлайн-режиме практически. То есть работают наши разведчики на территории, оккупированной территории и на российской территории. Работают наши средства радиотехнической разведки. У нас есть целый вид войск такой. То есть это все собирается, контролируется, еще раз мониторится, и дальше идут удары. Удары идут разными средствами. По территории России в основном это беспилотники. Опять же, вот по штабам российским на оккупированной территории Украины в основном либо ракетами, либо беспилотниками. Ракеты разные, вот «Хаймерсы» используются на дальности до 80 километров, а уже крылатые ракеты или «Нептуны», или «Storm Shadow» и «Скалпы» — это уже до дальности до 250 километров. То есть мы это видели, удары по запасному командному пункту и по командному пункту штабу Черноморского морского флота и, естественно, по остальным КП. Хорошо себя показывают наши сейчас разведка, и Главное управление разведки, и Служба безопасности хорошо работает. Силы спецопераций подняли своих скрытых агентов, это в основном партизанское движение, они за него отвечают. Ну и Служба внешней разведки, то есть здесь можно отлично поставить всем службам одновременно. А чему раньше так и делали? Такого рода действия они проводятся в период, предваряющий основные действия на фронте. Важно вынести руководящий состав, есть определенное время на его восстановление, то есть неделя, полторы, две, в зависимости от какого, до месяца по некоторым направлениям, в зависимости от того, какой орган выбит. И вот появляется окно возможностей для выполнения наступательных действий именно в это время. Потому вот сейчас, скорее всего, активизация проходит перед нашим наступлением, где-то по какому-то направлению. Либо это Крым, либо это форсирование Днепра, либо это выход на Азов, либо работа по Донбассу, Луганску, ну то есть в зависимости от замысла главкома. Но вот такое, можно сказать, массовое истребление российского руководства, оно говорит о подготовке и о том, что мы в ближайшее время увидим уже какие-то движения на фронте, довольно-таки глубокие. Росіяни показали начебто живого командувача Чорноморським флотом. Він був присутній начебто на колегії Міністерства оборони, повіримо. І скажіть, будь ласка, а чому одразу тоді не вийти, не сказати, ось він, дивіться, ось він живий, який би коментар дав? Чому тоді замовчували? Ну, там большие вопросы, до какой степени это он, живой ли, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, наша разведка сейчас подтвердит уничтожение, либо опровергнет, и такое может быть, потому что есть моменты, связанные с перепроверкой сведений. Вот пока наша разведка не подтвердит или не опровергнет то, что показывают россияне, это может быть что угодно. Ленин тоже жив. Ленин жил, Ленин будет жив. Это же жить, это же мы тоже помним. Потому этот человек, он же может в состоянии Ленина быть, а может быть еще и как-то двигаться. Ну, посмотрим. Я думаю, нельзя ориентироваться на российский информационный поток. Они сейчас могут прикрывать такого рода операции положительные для нас. Ну, а дальше уже, как ГУР скажет, так оно и будет.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві повідомляють, що гучно було у центрі міста. Крім того, в регіоні запровадили комендантську годину, а гауляйтер Пушилін заявив про необхідність військової цензури, листування та телефонних дзвінках. От вони що, там якраз бояться партизанів? Що відбувається в Донецьку? Ну, враховуючи те, що ви макіївський, Роман Григорович. Ну, діло в тому, що Донецьк знаходиться на лінії фронту. От до границі Донецька, там в нескольких містах, несколько сотень метрів. Если считать внешние, особенно западные части. Потому Донецк находится на линии фронта в течение 10 лет. Это его никто не трогал, так сказать, из-за того, из-за разных политических договоренностей, которые были достигнуты разными руководителями Украины, начиная от Турчинова, Порошенко и Зеленского. А сейчас Донецк вскрывается как прифронтовой город. А значит, на глубину 30 километров будет работать армейская артиллерия. Россияне, как оккупационные власти, должны оттуда вывести все население. Если, ну, они обязаны это сделать. То есть на глубину работы армейской артиллерии они обязаны вывести все гражданское население из Донецка. Почему оно там еще до сих пор находится? Ну, большой вопрос к российской оккупационной власти. Потому будут наши войска работать, естественно, по военным объектам, в том числе и в городе Донецке, и в прилегающих определенных районах. Ну и те оккупационные власти – это легальные военные цели. А так как они иногда болтаются по Донецку, как, ну, болтаются по Донецку, мягко так скажем, дальше не буду. Естественно, эти цели, по этим целям будут работать наши средства поражения. Я думаю, Пушилина все-таки добьют в Донецке, если он не одумается и не уедет обратно в Москву, как он это сделал в 2014 году после двух неудавшихся на него покушений. А я уточню, вы сказали, что была домовленность не чіпати Донецк. Ну, его не трогали, потому что по Минску 1, по Минску 2 он был за границей этих Минсков, то есть граница, и он и сейчас, мы же еще нигде, вот уже 10-й год, мы ни на один метр нигде за границу Минска 2 не переступили. То есть эти договоренности, я так понимаю, до сих пор сохраняются, хотя в Донецк даже половина тех сил и средств, которые были брошены на Орехов, половина средств хватило бы, чтобы дойти до центра Донецка и контролировать этот город. Уже, по крайней мере. Почему это не делается, это однозначные договоренности. Кто с кем? Ну, по Минску это понятно, это Порошенко с Путиным, прямая договоренность с участием Меркель. Ну, а после Порошенко у Зеленского это продолжение этих договоренностей между офисом президента и там, кто, Козак, кто был с российской территории, с российской стороны. Сейчас на данный момент ведутся боевые действия по военным объектам в Донецке, но в линию Донецка мы до сих пор не перешли. Это тоже может быть какая-то из договоренностей, потому что, еще раз повторяю, зайти в Донецк на данный момент мы уже раза два или три смогли, особенно в прошлом году Донецк был в районе мая-июня вообще пустой, там не было ни одного военнослужащего, они практически все были на Луганском направлении, в том районе Попасной, то есть туда на северо-восток переброшены. То есть, по большому счету, граница Донецка пока как священная корова. Вот Донецк пока как священная корова. Кто и почему до сих пор не выполняет боевые задачи в городе и по городу, пока непонятно. Я думаю, после победы все эти вопросы будут подняты и уже точные фамилии тех сторон, которые договорились, будут понятны. Російський олігарх Олег Дерипаска закликав зупинити війну в Україні з обох сторін. Він каже, що ніхто не може досягти своєї мети, що чим далі, тим буде більше жертв. Він каже, що продовження санкцій, які введені, вони не працюють, російський бізнес та економіка справилися із цим. Дерипаску вважають впливовим у Російській Федерації. Проте він виступав проти війни і критикує Путіна, і він раніше вже висловлювався про перемовини. Скажіть, будь ласка, чи знову йдуть якісь, скажімо так, закулісні перемовини? Він сам це озвучує, чи за якимсь дорученням? Як ви вважаєте? Ну, а куди ж не дінуться ці переговори? Кожен собі щось хоче наарахамить. Кожен олігарх, і російський, і український, кожен руководитель
рядом постоявший с нашей проблемой, он хочет себе что-то нарахамить. Эрдоган себе, Гутерреш себе, Папа Римский в себе, мама Берлинская в себе. То есть каждый пытается как-то поучаствовать. А такого рода призывы к чему? К остановке боевых действий. Так это как раз то, что на данный момент нужно Путину, причем катастрофически нужно. Он понимает, что если не остановит наше продвижение после того, как сейчас заходят атакамсы, а уже, скорее всего, начали работать, потому что там есть по северу Крыма кое-какие интересные прилеты с уничтожением большой площади одномоментно. Сейчас заходят достаточное количество ракет другого типа, подходят те же «Абрамсы». Неплохо у нас по некоторым направлениям идет боевая подготовка и боевое применение в районе того же Бахмута, район Работино. Готовность есть уже как минимум месяц, есть готовность к форсированию Днепра. Скорее всего, он будет форсирование, когда начнется какое-то движение на восточных или центральных, или восточных направлениях. Готовность есть, уже мы проводим как минимум начали этапы завоевания господства в воздухе над Крымом, а это тоже один из этапов. То есть, по большому счету, в ближайшее время начнется такое серьезное движение по одному из направлений, как минимум по одному из направлений. Понятно, противодействовать россияне не могут, им просто нечем. Все резервы использованы, сейчас все резервы, которые были у россиян, даже недосформированная 25-я армия, она уже размазана ровным слоем по линии фронта. Ни к чему это размазывание, кроме ухудшения положения, не привело. Естественно, им надо срочно остановить наши наступательные действия. И сейчас включаются Дерипаски, Абрамовичи, Рабиновичи и там много Ковальчуков еще есть, которые будут включаться для того, чтобы попытаться остановить наши наступательные действия. Ну, естественно, я уже говорил в начале о тех интересантах, по крайней мере, которые рядом стоят. Сейчас опять активизируется Си Цзиньпинь, Эрдоган, Папа Римский приедет, кадилом помашет. Ну, это посмотрим. Я думаю, сейчас это будет видно. Прекрасно видно, кто сейчас будет скрываться. Вот первый Дерипаска, или какой он, 649-й, их уже ж таких призывов было много. Кажете, Путіну потрібно виграти час і зупинити війну. І видання Moscow Times пише про те, що Путін готується в цілому до вічної війни, тому що видатки на оборону в наступному році закладені на 70% більше, і вони становлять рекорд з часів СРСР. Скажіть, будь ласка, от він готується до спроби номер 2, і чи піде він на цю спробу номер 2? Нет, у него сейчас задача удержать ту линию фронта, которая сейчас есть. То есть удержать те территории, которые он успел заскочить, я бы так сказал. Завоевать не получится, заскочить. Вот они заскочили, зарылись. Нельзя было давать им зарываться, потому что зарытая пехота, даже полностью там деморализованная, какая бы она ни была, но она может держать определенное время свои позиции. Потому они заскочили, зарылись, и сейчас ему нужно удержать эту линию фронта до перевыборов, до конца 24-го, до инаугурации начала 25-го года. И вот под эту задачу у Путина сейчас выделяются средства, видят они определенные действия по оборонпрому, заключаются договора на поставку с той же Северной Кореей, Ираном и Китаем. То есть задача номер один – удержать линию фронта. Но так как у них сейчас сил, средств не хватает, им надо любыми средствами додержать эту линию до весны. Потому что они прекрасно понимают, что любое движение широкомасштабное наше, они посыпятся либо на Запорожском направлении, либо на Херсонском направлении, либо там и там одновременно. То есть фронт, он... Запорожский и Херсонский фронт друг друга поддерживают. Поэтому либо на одном, либо на другом, если будет просаживание фронта, то россияне поплывут и побегут. И тогда уже надо будет удерживать Крым, а это очень сложно. Вот сейчас в данной конфигурации россиянам легко удерживать, ну не легко, но легче удерживать Крым, чем если мы подойдем к Крыму ближе, так как дальние средства поражения, которые у нас есть, сейчас пока еще не могут доставать до Крыма, за редким исключением.
А когда подойдем к Армянску, мы с дальностью 80 километров будем доставать до середины Крыма. То есть по Северный Крым может весь контролироваться при выходе на Азовское побережье с дальностью 150 километров. Мы можем доставать до Керченского моста. И его контролировать это как минимум в удаленном доступе. То есть им очень важно именно удержать. И все, что они финансируют, финансируют следующий год как раз под удержание в надежде о том, что, на то, что придет следующий руководитель Белого дома и как-то вырулит ситуацию. Мене Григорович, а от нові ділянки фронту відкриття ви виключаєте? Взагалі мається на увазі Харків, Суми, Чернігів? Ні, це взагалі категорично виключається. Тобто у них зараз задача удержать то, что я сказал, а если посыпется, вернее, не если, когда посыпется фронт и Запорожский, и Херсонский, удержать вход в Крым и удержать Донбасс на новой линии, та, которая сейчас может организоваться, это где-то от Купянска до Мариуполя. Купянск, Сватово, Кременная, Бахмут, Горловка, Донецк, Волноваха, Мариуполь. Вот примерно эта линия. Она уже открыта, она у них уже готова в режиме обороны. Они пытаются только в районе Купянска, почему пытаются выдавить наши войска. Им удобнее обороняться в этом районе, если фронт будет проходить по реке Осколы Северскому Донцу. То есть вдоль Оскола до Северского Донца и дальше в сторону Лисичанска. То есть вот в таком режиме. Потому будут пытаться в ближайшее время выдавить нас с этого треугольника между речи, между Осколом и Жеребцом и Северским Донцом. Ну, у них не получится, там серьезная оборона открыта. Медведев тем часом заявляет про готовность россиян воевать с НАТО. Мовляв, Росії залишають все менше вибору. Скажіть, будь ласка, це від того, що він чує новини про атакамси? Та ні, ну це у Медведєва проблема велика. Він не знає, чим похмілятися. Його вже просто вже не. У нього третя стадія, тобто лепить, що попало. По большому счету, логіки абсолютно, тим більше воєнної логіки абсолютно нет никакой. Тому на Медведєва лучше не відвлекати внимание. Это как шумовая граната, примерно. Шумовая граната или такая тепловая ловушка, если в авиацию переводить, вот есть у самолетов, вертолетов тепловые ловушки, отстреливают, от нас сгорает определенное время, на нее отвлекается система наведения и может уйти от самолета или вертолета. Вот Медведев примерно такая ловушка, только его успевают, я так понимаю, его успевают как овечку доли клонировать, и вот каждый раз отбрасывая его, новый Медведев вырастает, но он все равно алкоголиком становится, и вот в таком режиме его отбрасывают. Тобто на союзники это не дея взагалі на наших? Абсолютно никак, на него так же само никто уже не обращает внимания. Сначала обращали внимание, но когда поняли, что это вот такая тепловая ловушка, его, на нем поставили крест, его никто не воспринимает всерьез. І щодо атакамців, знову говоримо, секретар Red Bull Олексій Данілов каже, що ми не атакуємо школи і дитячі садки, Україна не використовуватиме ракети атакамс на території Російської Федерації. Тобто ми офіційно говоримо про те, що ми не будемо бути так в Російській Федерації, про те, що нас тут просили так наші Сполучені Штати. І це означає, що ось тоді ракети приїдуть? Ну, по поводу дитячих садиків і школ, ну, то кто ж нас умными назовет, если нам не хватает боеприпасов уничтожать военные объекты, кто еще будет на детские сады и школы отвлекаться? Нет, это понятно, однозначно нет. А вот по поводу атакамсов, я так думаю, они точно будут в Украине, если они уже не в Украине. Дело в том, что несколько есть таких расширенных ударов, по крайней мере, то, что можно считать с разведки российской и пабликов российских, нанесены удары в дальности за 80 километров, за 80 километров от линии фронта, удары кассетными боеприпасами. Это могли быть атакамсы уже. Поэтому давайте подождем определенных подтверждений, потому что есть информация по северу Крыма о таких ударах от россиян. То есть в их пабликах, особенно вояки, уже описывают прилеты такие серьезные. Хотя это могли быть не атакамсы, это могли быть те же крылатые ракеты, только с боевой частью, кассетной боевой частью. Накрывались целые районы.
Ну, посмотрим, подождем. Но атакамсы у нас точно будут. Практически это на 100%. То есть мы их получим. Вопрос, когда и когда их подтвердят их получение. Могут передать, допустим, малую партию, называется «на посмотреть». Так всегда делается. Там передали, допустим, десяток атакамсов, отстреляли, посмотрели на реакцию, на управление, примерное противодействие, радиоэлектронную борьбу россиян, на ПВО, как они работают. А потом могут исправить некоторые моменты и добавить еще. Ну а то, что мы однозначно не будем работать по территории России, если нам передают какое-то вооружение, и то даже договора подписывать не нужно. Хватит одного звонка или просто уведомления. Вот вам оружие, по территории России не бейте. Ни один военный украинский, включая от солдата до верховного главнокомандующего, ну, не подведет наших партнеров. То есть здесь даже не нужно Данилову там кого-то подтверждать. Есть просьба, точно выполним. Мы ж с одной стороны баррикад находимся, своих же не будем подставлять в этом смысле. Романе Григорович, ви мені в минулих ефірах говорили про те, що атакамси в великій кількості здатні повністю знищити російську армію на території України. Скажіть, будь ласка, от, ну, просто для прикладу, та, якщо невідомо, яка кількість нам їх дістанеться, скажімо так, от для прикладу, що це означає, летить одна ця ракета «Атакамс» і що це означає для окупантів? Ракета, если, ну, «Атакамс», во-первых, кассетных боеприпасов, во-первых, «Атакамсов» много ракет, много модификаций, где-то с десяток как минимум, от ракеты М-39 и там до больших дальностей, до ЕР, от 140 километров до 300 километров, это все считается «Атакамсы», причем боевая часть есть от кассетной, причем разные кассетные боевой части, в разное количество суббоеприпасов, меньше, больше, количество меньше, больше, до осколочно-фугасных и бетонобой. Потому спектр атакамсов, он очень большой. Для того, чтобы нам, допустим, отработать по всем целям, нам надо весь этот спектр. Мы можем использовать весь спектр. Вопрос, какой нам дадут? Вот исходя из той информации, которая есть, ну, нам будут давать первые по партии кассетные боеприпасы. То есть это ракета в основном М-39, вот у нее дальность 165 километров, М-39А1 это дальность 300 километров, примерно такая же, только с большей дальностью. Вот работа М-39 даже на 165 километров, вот она может отработать эта ракета, допустим, по Джанкою. Берем Джанкой. Джанкой это большой военный хаб, в него входит железная дорога с Керченского моста. Вот с Тамани через Керченский мост идут поезда, доходят до Джанкоя и дальше расстраиваются. Там примерно, как помните, в былинных сказках стоит кирпич. Налево пойдешь туда, поедешь направо туда, прямо туда. Так вот налево из Джанкоя на юго-запад, на Севастополь, прямо на северо-запад, это в сторону Херсона, и вправо на северо-восток, это в сторону Мелитополя. Железные дороги расходятся, естественно, шоссейки расходятся. И вот Джанкой – это такой большой военный хаб. Если его выключить из оборота, то, в принципе, как минимум три направления у них потухнет, ну, раза в два это точно. Им придется не железной дорогой перевозить, а тягать уже по шоссейкам. А тягать железо по шоссейкам, крымским тем более, особенно по в узким крымским дорогам, ну, довольно-таки сложновато. Хоть они там их и расстроили, но все равно не под перевалку большого количества боеприпасов. А, допустим, через Джанкой проходит техника и боеприпасы на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую область. И вот Джанкой мы можем контролировать с помощью, ну, нескольких десятков атакамсов, даже М-39, с дальностью 165 километров. Мы сейчас под Джанкою можем этими боеприпасами уже доставать, и что-то мне подсказывает, что уже достаем. Остановка движения, то есть, допустим, подрывается атакамс, уходит атакамс с Хаймерса по очень серьезной траектории, уходит там с десяток километров в верхней точке, дальше идет вниз, практически вертикально, уже разгоняется довольно-таки серьезно, перехватить его практически невозможно. Боевая часть у него где-то 225 килограмм, основная боевая часть, но взрывается, если на большой высоте взрывается, то разбрасывает суббоеприпасы, бомбочки такие. И вот чем выше высота взрыва,
Хаймерса, тем большую площадь, на большую площадь рассеиваются эти боеприпасы. Вот, допустим, километр на километр одна ракета может накрыть площадь, если с высоким подрывом. А километр на километр – это вот три таких ракеты накроют аэродром, трехкилометровую полосу. Естественно, со всем, что рядом с этой полосой находится. В том же Джанкое можно накрыть, там несколько есть складов перегрузочных, железнодорожных путей, те же стрелки. То есть полностью выключить Джанкой из оборота, как военный хаб. Это вот только три ракеты в сторону Джанкоя. Естественно, таких ракет, если будет в достаточном количестве, можно держать под контролем все движение россиян, все военные объекты россиян. Они даже носа не высунут. Чем еще хорош, допустим, кассетный «Атакамс»? Он накрывает три ракеты, могут накрыть аэродром. Сколько этих аэродромов? Даже до дальности 165 километров, ну как минимум с десяток аэродромов есть на оккупированной территории Украины и на материковой. Это и Мариуполь, там две или три площадки, аэродром и аэродромы подскока, площадки подскока. Это Бердянск, это Мелитополь, включая тот же Токмак, если это будет нужно на этой дальности. Ну и север Крыма, от Симферополя и выше, то есть на север Крыма тоже можно будет доставать. Потому если зайдет в достаточном количестве, сотнях ракет, они просто не смогут двигаться, ну, больше трех не собираться, это примерно так будет звучать, они смогут двигаться по всей оккупированной территории Украины. Сполучені Штати підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання допомоги. Про це повідомили посольстві США. В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження. Вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів, зокрема САП, НАБУ та НАЗК, Вищої ради правосуддя і загалом судової гілки влади. Також пріоритетним напрямком вказана робота Міністерства оборони і усіх силових відомств. Скажіть, будь ласка, Романе Григоровичу, чи бачите ви ризики для зменшення підтримки України? І ось всі ці органи, вони ж теж були запроваджені на прохання наших союзників, так? Це наш шлях до Європейського Союзу. Тобто, яку тоді головну реформу треба провести і чи не забагато, скажімо так, ось цих реформ? Дело не в этом. Дело в том, что это реформы, те, которые требуют в основном МВФ. То есть это больше все-таки касается финансовой составляющей помощи и кредитов, которые нам даются, и просто помощи, контроля за помощью и управления финансовыми активами, причем наших партнеров или кредиторов, как угодно это можно назвать. Есть у наших партнеров определенный алгоритм действий по контролю финансов, и потому они пытаются, этот алгоритм, он вводится там, куда идут финансы. И этот алгоритм, ну, пытаются и у нас ввести. Пытаются очень давно уже, наверное, лет 20 они пытаются, у них почти лет 20, 2004-2005 года, как Ющенко притащил банковскую сферу сюда, у нас в Украину, в основном банкиров, то есть пришел в Украину, пришел так называемый судный процент, или как они его называют уже 3000 лет. То есть и есть определенный механизм контроля финансов. Вот он иногда доходит до абсурда, внедряясь вот то, что мы даже видим уже сейчас, эти все фонды, эти контроль кредитов, раздача кредитов налево-направо, потом возврат кредитов, попытка, по крайней мере, все эти кул-центры, ну и так далее и тому подобное. Много негатива с этим всем идет, с банковской сферой, потому что у них задача всунуть деньги людям, чтобы потом получать проценты с этих денег. Ну это основная задача, я же говорю, около 3000 лет. Основные наши ростовщики в мире этим занимаются. Под это, естественно, затачивается государство, которое становится таким силовым органом банкиров, силовым органом по возврату, контролю денег, кредитов и микрокредитов, ну и так далее и тому подобное. Можно, с одной стороны, сказать, государство попадает в рабство к банкирам. Ну, это так, образно, для того, чтобы для понимания. Для того, чтобы контролировать деньги, естественно, надо целый силовой аппарат, который будет бегать за каждым человеком, который где-то что-то взял
или в кредит вошел, ну и так далее и тому подобное. Все это нехорошо, с одной стороны, хотя по-другому они просто не работают, у них другого механизма нет. Поэтому будут нам, конечно, пытаться воткнуть в нашу систему, воткнуть вот эти требования разного уровня. Там есть плюсы определенные, связанные с антикоррупционной деятельностью, это очень важно. То есть есть механизмы по антикоррупционной, есть определенные системы управления и контроля коррупционной составляющей. Хотя у нас они намного проще работают, те же, если включить механизмы по полного контроля действий через полиграф, так нам это, вся эта система банковская абсолютно не нужна. То есть есть много таких моментов, спорных в том числе. Ну а то, что нам сейчас передали вроде как от американцев, ну это требования МВФ. Большая часть этих требований — это требования МВФ при выдаче кредитов. Вот примерно то, что они требуют. Но они это требуют с 2004 года. Они пытаются воткнуть в нашу систему свое видение управления процессами, в основном кредитами. Ну, главное, что допомога будет, так? Роман Григорович. Однозначно. Военная помощь от этого никак не зависит. Военная помощь точно будет, они же никуда не денутся, как земля за колхозом. А теперь уже и американцы, и европейцы, они уже заточены вместе с нами под победу над россиянами, да. Потому никаких проблем в этом смысле не будет. Вопрос финансовый, я думаю, финансовый вопрос порешаем. Романе Григоровичу, традиційно дріблять запитання на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є втома від України у світі? Нет України. Есть некоторые моменты, связанные с уже усталостью от непонимания дальнейшего действия с Россией. Не от України вопрос, а именно от что сделать с Россией. Вот пока еще нет этого единого видения. У нас оно есть, мы это прекрасно понимаем, оно должно развалиться. Но вот до этого еще не все дошли. Я думаю, к концу года, к началу следующего года дойдет и весь мир к пониманию того, что Российской Федерации, как и Советского Союза, Российской империи не должно уже быть, не должно существовать. Військова співпраця Росії та КНДР загрожує глобальному миру та безпеці? Нет, это, скорее всего, точечная все-таки проблема. Она больше связана с Южной Кореей, Японией и частью Соединенных Штатов. Гутерріш заявив, що людство варто ліквідувати ядерну зброю. Вірно чи ні? Да, однозначно. То есть это общая задача, над которой должны работать все мировое сообщество. Ядерного оружия не должно быть. Либо оно должно быть у всех, а оптимально это не должно быть ни у кого. Потому если кому-то или союзу стран удастся решить вопрос полного уничтожения ядерного вооружения, это будет такая большая победа всего человечества. Романе Григоровичу, щиро дякую за всі ваші відповіді, дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступної зустрічі. Романе Григоровичу, традиційно завтра зустрічаємось на Фабриці. Дякую вам. До свидания.